Всем добрый день! Вы на канале у Валентины. Сегодня мы приехали на дачный свой участок, чтобы снять арбузы. Сегодня 8 у нас сентября. Будем снимать два вида арбузов. Это СРД-2 и Волжанин. Они чем-то похожие, полосатенькие такие. Ну, конечно же, будем дегустировать. Идемте на нашу грядку. Будем снимать сегодня арбузы, которые уже поспели. Хвостики, сами они уже поспевшие, мы уже кушали. Вот это арбуз СРД-2, кругленький, будем сегодня разрезать. Это вот у нас арбузы удлиненные такой вот формы, СРД-2 и Волжанин, они как-то чем-то похожие. Тоже сегодня будем пробовать. Сняли мы арбуз, уже созревший полностью. Вот видите, желтое пятно. Это у нас арбуз Волжанин. Он даже вот такой вот зеленый, и здесь как бы желтенький такой оттенок этого арбуза. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько он килограмм. Хвостик полностью вот вызрел, вот как видите. Усики, которые я рассказывала в видео, тоже уже высох совсем. И вот здесь вот определяют. Вот как смотрим мы, вот это должна быть девочка. И определяют еще арбуз, когда стучишь, такой гулкий стук. И чувствуется, что объемный, где-то килограмма 4-4,5 он будет. Сейчас мы взвесим арбуз наш, сколько он потянет. Тяжелый, да? Так, сколько? 6. Сколько? 6. Сейчас. Нет, почти 6, 5. 6, ну, 5800. Где-то вот так будет. 5800. Вот такой вот арбуз у нас Волжанин. Есть, лежит, который еще побольше размером арбуз. Вот. Так что вот такие вот Волжанины у нас в средней полосе можно, в средней полосе можно выращивать. Ну, а сейчас будем что? Разрезать. Трещит. О, какой. И не красный, но розово-малиновый такой. Розово-малиновый цвет. Семечки не черные, а светло-коричневые. Сейчас вот я выберу. Вот семечки не черные. Вот такие. Коричневый цвет. Но мне кажется, он еще должен полежать. Ну, такой вот красивый цвет. Будем пробовать сейчас отрезать. Дегустатор первая я, потому что я выращиваю их. Да, сладкий. Сейчас муж даст оценку. Дай. Сладкий. Сладкий. Ну вот. Так что выращивайте сорт Волжанин. Очень хороший арбуз. Рекомендую. Это вот мы резали арбуз Волжанин F1. Вот он, полоски такие были пошире. А это вот арбуз SRD2. Смотрите, один к одному, розовенький цвет. Но семечек очень-очень много внутри. Вызрел в нашей полосе средней. Так что то же самое рекомендую такой арбуз. То же самое сладкий. Вот, ну, мякоть немножечко такая вот арбуза. Здесь вот побольше. В размере. А мякоть очень сочная, сладкая.